В рамках месячника благоустройства в этом году в Одинцовском городском округе пройдут три субботника – 3, 10 и 17 апреля. Также проведут общеобластной – 24 апреля. Ожидается, что в них примут участие более 6 тысяч человек. По словам главы округа Андрея Иванова, основными объектами масштабной уборки станут памятники, парки, улицы и дворы, общественные территории и объекты социальной инфраструктуры.